Алло. Готов? Да, что-то шумит ночью. У меня? Не знаю. Привет, Скотт. Шоколадку мне от эту сырьевого. Какая-то херовая. Это уже на стриме. До сих пор вот лежит, блядь. Не доедим. Щупал шоколадки. Надо быть гурманом, чтобы настоящий шоколад жрать. Ну, он похож на обычный этот АТБ в литрах, блядь. Мне только что из сундучка шортики выпали обратно. Охуя себе. Переработай, они там будут где-то 150 или 200. А у тебя желтый или оранжевый? Желтый. Сейчас буду обратно мясо. Что много летит? Ну, блин, это недалеко от начала, я думаю, хватает людей. Два типа упала. Наши? Чувак, это фиаско. На наши ящики? Не-не-не, вот за ангарами сразу. Ничего. Ну, я хотел там полутать. У меня нету пестика. Но пестик есть. Ну там война уже. Причем сзади. А тебе дают? Там, кстати, больницы какие-то придут. В больничке? Да, там стреляли по мне, пытались. У меня патронов нету на всех. Я готов воевать. Я не готов. Но нет, ни брони, ни... Ой, рядом тип. Да бот, блядь. Слушай, Кости, ты там на приседал, кинь пятерок хотя бы обоим. Кинул? Да. Спасибо. Еще тебе бежит. Сука, дрон. Ёбаная, блядь, хуйня, двое типов. Меня пиздят. Спасай. Нихуя себе, блин. Сука, ебаная хуй. Сейчас, подожди, мне надо отключить ебучий этот, блядь. Тачпад, нахуй.
Хоть он на Томпсона зарядил хорошо. Как-то, сука, зайти. Стрим начался неудачно. Как зайти, блядь? Ты не помнишь? Нет, у меня это было... А, закинтрейд, этот, блядь, системное устройство. Правой кнопкой по пуску. Диспетчер устройств. Найди тачпад и отключи его нахуй. Правая кнопка отключить устройство. Ну, найди его. Вот мыши и иные указывающие устройства, по-моему, должен быть там. Блять, там это. Нашел? Сейчас. Так. Да, мыши. Нет, не мыши. А устройство. Хит. Пизду. Все? Да. Все, я готов разматывать, потому что это мне, блядь, просто вымораживает. Мне, блядь, на меня тип, блядь, ебалом щелкает, а я нахуй сворачиваю окно, блядь. Готов, Амир? Здесь каких-то дебилов с Томпсоном рассчитать, посмотри. Так, блядь, я въебал. Я б их обоих, сука. Ну, размотал бы. Обратная битва будет за жопой. Ты, сука, конкретно брал, иди сюда. Ну шо? Ебать, они под землю проводят. 40 штук, короче. Там же дают ачивки за эту хуйню. Ну, да, сегодня надо, типа, конфетами попасть 20 раз. О, опять же, нажал жопу, блядь, не могу. Включайся, говорю. Не как паня. Принимать участие в победах? Ну да. Ты, блядь, сейчас. Я ж тебя говорю, это, сука, ебучий тачпад. Меня загорел. Жопа. Ящики. Мы должны быстрее упасть. Он уже усел. Это ты уже согреваешь. Угу. Ой, прям под нами чувак с ручками бегает. Да я знаю, я, блядь, не могу найти его. Гранаты, блядь. Там осторожно, сейчас гранату-то ебану. О, вот он. Он тут, вот тут. Сейчас я, сука, с кулака придет, порешу. Ух, ебать. За ангаром, питон. Дрон, подними. Я вам быстро умираю. Дрон, у меня темнеет экран. Дай руку. Подай руку мне.
Нам поздно. Ой! Он обратно здесь. Сука! А как я, блядь, нанес 189 по двоим и ни одного не кнул? Что за хрень? 90 урона. М? 90 урона или там как? Сосновки подаем и влетим нахуй. Давай на валетку. Ну, на варепном пожестче, кстати. Ой, я забыл цепиться. Лети тогда сам. Четверик типов виден. За нами? Ну, двое под тобой, один надо мной, и один цикнул, по-моему. Один еще подо мной. Под собой вообще не вижу. Ну, под тобой трешки справа. А, увидел. Ну, они далековато тут от меня, я успею подлетать. Ну, они на моих ящиках, суки. Вот это уже не круто. Я попробую съебнуть. Дайте оружие, да. Так, оружие-то хуя вроде лежит. Ну, это хорошо. Да, тоже будет дрифа. Так, я их не вижу, чувак.
против жопы, но думал, что это третий шлем, а это, сука, обычная первая каска. Еще есть? Не знаю, сразу отошел. Оскар, что там? О, блядь, откуда? Убрал. А у него есть подруга. Я не знаю, был бот это или подруга. Вот тут МК человека лежит. Спинка Ленки нужна? Мне нужен магазин только. Найдешь рукоятку или снизу? О, а чё, я же нашел. Кого? Пистолет себе нашел. В зоне? Да. Подальше от ангаров, чтобы он их не упал. Ну, я прям между. Не, лучше отойди, что это. Уже поздно. Мы просили сейчас все. Тогда я нажму на F4. Третий этот рюкзак на мне. Ну, есть. Тебе подщечина для снайпы нужна? Ну, для снайпы. Ну, если будет. Ну, если будет, то нужна. Так как-то тут херово лутается, мне не очень понравилось. Что там в ящике? Есть что интересное? Для меня. Нет. Что, все сожжу? Да, могу масхалан дать, если интересует. Да ладно, не знаю. Или еле коцанный третий армор. В смысле еле коцанный? Ну, мой старый. Ты как Чубака, только зеленый. Тихо. Типы. Где? Второй не знаю где. Он один, наверное, да?
какие-то боты, блядь, на лут бегают. Нахуя их так настроили, не понятно. Так, дымки бери, они очень мешают. Что, что? Бери дымки, они очень выручают. Третий еще не нашел. Что нам надо что-то делать уже? Болтать надо. А, кстати, там М24, если увидишь, так скажи. Вот та чехлова гора стоит. Еще три тишины. X4 нужен? Не, у меня X6. Рукоятка еще нужна, но она самая бичевская. Какая? Там как-то на форей. Я понял. Ну, возьми, я посмотрю, какая она. Увеличение быстрого не нужен? Мне ничего не нужно. Мне нужна щеколда на АВМ. Ну, почетчина. У меня есть. Это подсчетчина, да? Есть, самая дефолтная. В смысле, самая дефолтная? Ну, обычный подсчетчик, но снайпер у вторник. Меня есть. А какой тебе нужен? Миник есть. И я видел миник, я с хариком буду. Пятерок мало. Третий бронь нужен? Да. На мне. Бегу. Точку поставил? Я стою на нем до сих пор. Компрессор на R надо? Нет, у меня собрал. У меня только рукоять нормальная. Вот в этом ящике, что я стою внутри. Слышь, там он лут падает на 30 далеко где-то. Зона хуевая. Тихо. Ну почему они, блядь, бегают там, или ты, блядь, ну почему, я не понимаю. Я, сука, стою полчаса, блядь, там нахуй никого. Ну что, давайте пойдем.
Да, зона рядом. Так что тебе подсчетчик нужен на снайпер? Не-не. Так в смысле зона рядом, нужно переплывать, чувак. Ну, не знаю. Хотя бы сейчас она рядом. Так мы тут практически все обшлепали уже. Я доволен. Мне бы, конечно, глушак на снайпу, я был бы рад вообще. Что у тебя? ОМ? Компрессор. Кто? Да, у меня ОМ, лодка есть. Третий шлюз, я вышел. Что ты ждешь? Тебя. Так. Давай тогда ближе к мосту как-то, чтобы поконтролить мост. Нас разъебут, скорее всего, на том мосту, потому что там по-любому кто-то есть. Так нет, я думаю, как-то с краю будем смотреть. Ну лучше он сейчас на лук побежу. Если успею. Мне нравится. Бать, через город это как-то... Да хуй с ним, пошли. Это... Фрагов. Бухнет. Фрагов настреляю. Захилился вообще. Вижу тачку на 10 едет по горе на лут. Вазик. Угу. Ну что, остановились? Не едут он. 355. Ну, может, сейчас остановились. Поехали на мопеде. Сука, я это слово целое. Мне главное у них АВМ подобрать. Они возле рюмки стоят, я понял? Рыбочка. М? Возле рыбочка там стоят твои. Так. Можно как-то нас аккуратнее. На втором этаже грибочка. Угу. Слышу следи. Да сразу, блядь. Ну, блядь. Сука, я хочу АВМ, блядь. Иди в грибочке. Слышь, ты тут три тачки. Ну, они куда-то смотрели вправо, понял? В дома, в дома напротив. Вижу, типа, 285 в доме на втором этаже. И тачка отъехала. Какой дом, левый или правый? Левый. Она не переехала, уехала. Видишь, на вазике? Ну, я не знаю, все уехали. Тип аэродропа. А, не, Ваня. Ебать, тут АВМ лежит. Все, нахуй. Там нету глушаков лишних?
глушаков. Есть. На что? На снайперку я взял. Это лишний? Да, это лишний. Нахуй к тебе бегу, я ж могу на базике ехать. Так, самолет. Где он, блядь, летит, а? Все, едем на лодке. Ну, там будет война обратно, это мне нравится. По-моему, в подземке типы. Да, вазик этот. Тормози. Ты хочешь плойку? Там чувак слева типа воюет. Чувак слева типа. Да дай на гору тогда заеду, мы же, блядь, вылазить. Все, тут тормози. Тормози здесь, блядь. Да я на гору, блядь, на свою. Нахуя на гору, они там, блядь, подземелье воюют. Да? Давай туда тут. Ну, все плойка, Наташа. Будешь покупать игры? Ну, хорошо. Тогда давай с меня плойка, с телек. Нет, Игер себе фрилансит на плойку, он тоже хочет. Все, блядь, хотят плойку после того, как Адюша рассказывал, какая это охуенная вещь. Ну как Адюша купил? Адюша жена подарила. На 5 лет. Все, пусть тихо, у нас тут сейчас заруба будет. Блять, мы лучше лут контролили, чувак. А мне отсюда его видно, так что надо. Ебать. Где лутает? Да. Вижу, ее будет. Да он уже уехал, блин. Кто? Может он выключился? Может зарядка? Это ж тачка тут, Игорь. Где? Да вот. Ага, вижу. Он один? Был, да, но... Это есть. Но не тут. Попробуй, может он, да, этот... Может выключилось... Выключил, блядь, фильтр. Сетевой! Вон он включается. Вирусы меньше качать надо. Поставил дебил тачки. Хуй за камнем спрячешься. Кстати, вот я что заметил, мне очень сильно глушаки не нравятся, потому что срезают урон, блин. Третий шлем с глушаком, по-моему. Так, я убил чувака, нокнул. А, ну я был интересно. По моим наблюдениям, по-моему, не всегда она. Чувак, нам в зону. Давай побежим. Давай поедем, что-то. Нахуй ехать. Чтоб чувствовать себя более уверенно. Можно было съебнуть. Все, я замазываюсь.
Сейчас я опять, пока тебя жду, могу голову принять. Сука. Опа, дача стоит. Та, по которой мы стреляли. Эх, я пусть... Вон там войны, там война, чувак. Ну я вижу, чувак, но мы же не будем высаживаться посреди поля. Чё ты, блядь, такой кичной, я не понимаю. Я воевать хочу. Я понимаю, я тоже. Вот сзади. Взял, ебать, выпал. Я двое было. Ты двоих убил? Там не лупят. Откуда? А вон дерево. Не надо захиваться. Так, вы мне, блядь, патроны на ВМ привезли. Какой-то хуй. Так. Типа я убрал за дерево. Ой, зона пиздает. Я вот очкую, чтобы тут сейчас в домах никого не было. Нет времени разбираться, блядь, есть тут кто-то в домах или нет. Ты идешь? Куда? Ну дальше. Я охеряюсь. Сюда сейчас начнется отравить желательно слева, у нас халаки ебаные будут. Это у нас вообще не выгодно все, нихера. Пошли через дома. Типа, я вижу. А, ну тут травичка. Не, в доме на втором этаже есть. Там где дача? Вот дом снизу синий, сверху коричневый. Кнопнул там фраера одного на втором этаже. Ну да, там где дача. А где дача? А, рядом дача за кустом у меня была. Нихуя себе не попал в номер. Ой, чувак, он тоже с АВМ. Ну да. А, я ему в голову попал, но убил. Я заползу сейчас в дом. Подними, плюс. Давай, залези. Он не снял 3000. Да, чувак, да подними, не выебывайся. Где ты? На первом? Здесь. Спасибо, блядь. Ну залазь. Куда залазь? Ты зону не видишь, блядь? Я не успею. Да, на пуп. И ты, видимо, тоже. Так, хватит, блядь. Пидоры, иди нахуй. Ебать, как-то мы не законтролили зону. Я ему одному этому пидору ебал там. Да чё ты меня сразу-то не поднял, да ёпки. Чувак, ну я не видел зону, скажи мне зону, чувак. Да похер, блядь, кнопнули, иди подымать, тем более я в сейве был. Они были хуй с ноги, они не прибежали. Ну, чувак, ты всё равно не успел отхиляться. Откуда ты знаешь, у меня был... Ты бы сразу лошнулся.
Это мог бы быть топ. Да. Фу, сука, никогда больше не буду одевать эту дрочь. Только что я с АВП стрелял, блядь, и три раза попал в какую-то хуйню, типа, блядь, бордюрчика перед домом, нахуй. Перед своим же балконом, нахуй. Я, блядь, одного типа кнопнул, но у него второй шлем был. Третий шлем я кинул. Он, чувак не кнопнулся, блядь. Третьим шлемом. И это, сука, я точно запомнил. И не один раз уже такая хуйня там была. Сейчас зарублю. Да, уже нормально. Ой, типа, я там думаю. Ебать, Андрей, я приземлился прям типа на голову, нахуй. Беги, я прикрываю. За спину тоже кто-то прыгал. Да ёб твою мать. Где? Да у меня тут. Рядом? Да. Он сказал, что... Алло. Алло. Вообще покурим, блин. Не курим.
На тачку прыгаем. Слышишь, а в прошлый раз, когда мы прыгали, что ты на ящики попал, ты за мной, ну, прицеплен был, или ты отцепился в конце? Отцепился в конце. А. Думал, уже кто-то рядом, блядь, идет. Что, со следующей СП пупок берем? Там можно. Надо будет еще посмотреть. Можно, в принципе, и в Жоржевича заделить. Можешь, да? Не, я типа о том, что такая черная пятница же скоро будет. Может, гонщик на него. Ну, с нашей стране это наебалово пошло. Ну, в стиме это наебалово не будет, я думаю. Вряд ли будет, вряд ли. На пуп. Да хуй знает. Так, у меня сковорода есть. Что-то нашел. Будет что-то на.
Где? Да не, я стрелял. Ну, вот это сейчас башню. Я, но тот раз, ну, рядом с тобой не я. Где ты себя стреляешь? Это бот? Да. Шесть нужен? Да. Окей. Ваш шаг не знает. Ну, если нужен, то мы ударим. Теперь слушай, ко мне не буду ходить нахуй. Вот, короче. На М подчёрченками найдёшь, блин? Не саму на махом. Ну и 7-2 вот тут найдёшь. Ебать, это был колобан. Это, блядь, хороший был дилер. Что-то лучше -то не очень. Спинка нужна. Слышишь, там на этот на 100 выставили тут. Да еще тут не долутал. Тут бегал, да, дальше? Да. И в ангаре был? Да. А, не в том, но дали обряда. Ну, короче, я за тачкой, за тобой видим.
А, ты мне не скинешь, потому что у меня уже места нету в рюкзаке. Может, ты что выбросишь? Айдроп на 35 далеко. Ну, в принципе, туда можно ехать. Да Так, давай быстрее да садись. подожди, давай поскидываю то, что есть. Чувак, ой, блядь, чувак, быстрее там на стол, он сейчас выкинет. Все, я не могу подобрать вторую. Третий пять. Я тебе что-то не понял, а где вы? Что я мне привезли еще? Я что-то не понял, где они его вызвали. Лучше про на 35 забронировать. Плохо слышно, что? Лучше про 35 забронировать. Я не видел, где это. О, пацан гей. Его зона убила. Я не понимаю, для что ты говоришь. Дрон. Ага, я понял, брони что-нибудь спиздил, да? Ну там есть котцы на кот. Я тут все чисто. Ебать ты дурачок. О, вызвали на 265. Едем. Блять, нахуй ты поднимаешь свою хуйню, блядь. Блять, я X8, а подобрал все. А где парашют у тебя отображен? А, вот такой. Пацанчики, конечно, отбитые залетели. Уже был твой, да? Давай тут выйдем. Куда я подвигаешься, потому что... Вот, все, давай. Ёб твою мать. Куда ты сел за деревом, нахуй? Обычно, блядь. Тачка. Игорь.
Беды выйдут поиграть. Тащи, блядь. Шо? Шо ты говоришь? Победы, говорю, выйдут поиграть. Так тащи, блядь. Не спишь? Может, винишко бахнет. А ты подкрепку АИМа включил? Скажешь, когда выгрызнули? Кто-то хуяки пуфлетит с нами еще. Не отцепляйся ты, блядь. Сука, иди стволы. Не долетел. Да там война. Он уже гасит. Да, у меня нет оружия. Есть стол какой-то? Пистолет, блядь. У меня 25. Нашел им кучу человек. Вот калаш лежит. Да, я забрал. Помоги, пожалуйста.
GT его убрал. Вижу еще типа на 170. На ящиках там скачет. Там есть патрошки какие-то? На что надо? На что надо? Пятеры. У меня, блядь, 30-50. Ну, 31. Давайте я калаш скину. По ней. Вон, ну, тип на, да. На S прям. Прыгает. Угу. Где ты видишь его? Ты видишь его? Где-то на W. И на S, и на W. Где-то прям рядышком. В ангаре, в ангаре. Ну, по. Где-то тут. Ага, за ангаром тебя. Да, где-то подо мной еще. Смотри, там типы. Ты добил или убил? В смысле добил? Я убил его. Ну, мне просто килл посчитался, значит, ты тиммейта его убил. Ну да, я сначала тиммейта завалил. Сзади где-то правый. Угу. Ага, вижу. Еще есть, блядь. Вон два гриночка, помоги быстрее. Выйди с пина, его убей. Блядь, иду. Хорошо, ладно. Поднимай. Блядь, у меня шикарно почернело от перепуга. Может, у тебя в глаза? Ебать, хватит приседать, приседать. Ебать, у него слышишь два патрона на сумму. А где его друг интересно? Не знаю. Я вот тут нокал. А вот. Ой, ебать. Мой боженька здоровичка ебать. Ебать, тут нас сбрасывает. Так, из плохих новостей, Патрик, как нет вообще? Прожить. У меня, кстати, есть 6 минут. И все код. Ну, вот эти шлемы. Надо там x4. Нет. Что? Да? Рюкзак третий. Ну, поставь мне только, если что, выберу. За последний. Что у тебя по пятерку? 40-130. Поехали, Сандра, у меня два красных. Давай, погнали. Сейчас рюкзак возьму.
Где за третьим ангаром? Я нет. Вазик стоит, можем брать поехать. Ебать, нам аж на остров ехать. Вот еще камешек. Ну все нормально. Ну тормози, давай помотаем, не? Зона идет. Сейчас приедем, блядь, у меня одна обойма нахуй идет. Сочные домики все вне зоны. Ну что мы тут стали? А, я понял. Что там, два патрона? Да он всегда в той комнате светил, и только сегодня он тебя бьет. А, если у тебя бессонница, свет тут ни при чем. Если у тебя бессонница, свет тут ни при чем. Не бывает такое. Что ты говорил, Игорь? Так я думаю, что два самолета прилетит. Ну, типа разные, типа высоты. Но когда один-два раза подряд стрелять, не прилетит, уже прилетит. Вон, я вижу только один летит, второго не вижу. А он вдалеку, я и второй летит. Вот. Первый мой, который так. Я задумался, не выкинул, не выстрелил я в тот момент, когда зона пропала. Посмотришь, ящик падает. Ну тебе ящик. И мне вроде ящик. Сейчас будет прикольно умереть, блядь.
где, блядь, он там. Хуйня, блядь, блядь. Чё, собрал? За ёбаная выпала. Пробовал на солнышке на той стороне. Это что надолго разворачивался. Я не знаю, шот какая-либо. На 85 аирдроп светится. Что странно. Бать, зона неловкая. Да ты побежал. Ты ебаш. Сейчас лут упадет. Я не вижу. Вот, да, вот это поле. Хорошо падает.
быстро, чувак. Я предлагаю проконтролить отсюда. Трогать там что? Что там? Снайпы не было? Let's talk. Ты развлекаюсь, я смотрю, блядь. По-моему, в доме как сука терпилы какие-то сидят. Еще один. Кто? Вот. Остался. Буду выставить. Тачка 120. Я за деревьями не вижу. Не бронировано, тачка. Когда сломаются, то я планирую. Да.
Всего доброго, блядь. Да ёбана, дёйна. Ну выгляни, что ли. Ну сука, у меня есть гранат? Нет. Там подумай, пилик. Ебать, ну сука, бессмертный. Пизда просто подарила жопа. Я ему, сука, с этой ебучей грозы, нахуй, грозы, блядь. Грозу трочишь. Вот так купишь. Их? Их? Да. Нет. Че? Ебал, я вот подать есть, я такой поднимусь. Не, ну там, в принципе, поднимусь. А что? Ну ладно, пойду попробую. Грех возьми. Опа, поплавок, блядь, плывет, он, блядь. В домах. В домах? Желтый. Не вижу желтого дома. Красный. Тот, что ближе ко мне, идёт дальше. Чувак, зона пиздец. Ты гранатой? Нет. За гранатой это взял. Что, поспоет куда? Вижу. Спина? На 310 под берегом. Ага. Контрольный пристав. В красном домике пуганем был. Он где-то сюда бегал, я не знаю. Вот вроде пустой домик. Да, значит, его доползал. Это где пустой. Ой, блядь, спину пиздец. Где-то со стороны берега, пиздец.
Вот он, сука, лежит. Ай, ебать, как я его не убил. Не под всякой хуйня с этих билетов попадаем, да? Ебать за жопу, сейчас будет битва. Весело, уже полтретьего. Тут вообще толпы нету. Шва? Шва? Нет, толпы нету. Кажется, это обманщик. На самых дальних. То есть thank you.
понял, с другом. Вот он, его друга убили. Это я его убил. А, это ты? Где? Пистолетом. Может, зайдешь? Ну, говорю. Ну, приседал-то нормально. Там. Он вышел меня пикать. Там прям вот там этом стоит. Забежал за ящики. Выглядывает. Дрон. Дрон, все, он забит. Дрон, подними, блядь. Подожди, тихо. Я умираю, все. О, в ангаре. Вышел с ангара. Зашел он. Ой, блядь, дрон, я умер. Прыгай сейчас. Аптека есть? Да. Подходит. Да, этот пидор меня убежал. Заводи. Подними быстрее. Не могу. Подними, не влазь. Не могу, бежит. Вот он близко. Там пиздавали. Тут вот и между. Тачка. На баге влетает по мне вода. Вон, я вот. Я вот. Они просто. Ебать, они ворвались. Сука, у меня 17 патронов ебаных. Закончилось, да? Жопа горит, сука.
Ёбаные патроны, блядь. Приседаешь. Сука, было больше патронов, если бы разбивал. Так, я погнал, наверное, спать, да. Давай. Пока.